сначала на хвост. Да, хвост, сейчас укус. На голову поднять не сможете, если закос возьмешь. Тима, не мучай. Вот так купаться по озеру. Она не кусается в воде. Что ты с ней кусаешься, Тима? Играю, в чем мне? Играю. Цирк. Да, играю. Да не укусит она. Бля, голову не дает мне. Да швырни ее в воду. На хрен бы плыла, скажет. Сейчас я хочу с ней. Он сейчас сумку тебе положит. Я ему положу. Я его там много кинул. Уйди. А, ну живи. Бросай воду. Да он не хочет, он с воды выйдет. А вы его куда же? Нет, по-моему, сука его не хочет воду, бля. Он удирал конкретно сейчас. Да? Воду не хочет, вот сюда полез. Тима, ты чё гоняешь змейку? Да? Я и руку тебе опасно. Тоже рыбак, да? Играет. Сидит здесь? Не, да? Не рыбак. Ну, рыбачил когда-то, но сам у меня была удочка, сейчас нет ее. Это уж ли змея? Это нет, уж. Не, уж желтая нету на голове. На голове там нет. Не головка желтая. А там не обязательно, чтобы на голове это. Ну, у него это... Змея, кажется, гадюка. Маленькая. Это гадюка, да. Это маленькая гадюка. Да? И голова этот, вот такая вот вещь. Это гадюка. А у ужа голова прям какая? Хороший кадр. Приплюснутая, да? Чуть нет, хороший, ужа да. Полукруглая она. Была быстро откуда. Ну, видно, если щука гоняется за ним, да, он будет... Этот человек, если на них наступает, например, или еще что-то, вот тогда она кусает из-за того, что наступил на тебя. Давит, да. Понял? Да, да, вот из-за этого. А так, чтобы она сидела и человека ждала, это глупо. Понимаешь? Просто люди от страха, что змей... Вот это? Нет. Где продают? А где продают такие? Да я вон, к Юре заходил, мне не понравилось, что он продает. Я не у Юры, вон где. Она черенка не пробовала. Он черенка один. Второй какой? Давай. Черенка давай попробуем. Разводит, да? Это не продает, это по интернету заказывает. А-а-а. У нас продавь его нету. Да, я присылаю. Один комплект, одна пачка. 900 рублей стоит, 990. Чтобы не было резко это, сюда хотят 63 или 62. Осторожно. Там змея тихо. Осторожнее. Змея. Гадюка вон будет. Вот. Вот он, вот. Thank you.
особенно когда маленькие, синие, это такие красивые занимаются. И с помощью. Ну а что ты думаешь? Для чего ты бросаешь? Love is here.